Нашли в лесу здание непонятной конструкции. Смотрите, как прикольно здесь. Необычно. Инопланетная ячейка. То есть внутри здания какие-то норы. То есть скрывали от людей в советское время какой-то космический корабль. И вот туда нора пошла. Я туда, конечно, не полезу, страшно очень. Здесь космический лед. Вот такая вот история. А вот это вот, вот солнышко светит. На великах мы приехали. Вот так бывает в лесу. Какое-то заброшенное военное сооружение. Везде ящики. И с этой стороны замуровано. Здесь какие-то эксперименты проводили над инопланетянами, похоже. Разводили личинок чужих хищников. Смотрите, какие странные штуки. Номера. То есть, представляете, тут 1 081 000 инопланетянин был заколочен в этом ящике. Очень странно. Впервые такое вижу. Такую конструкцию. Шланги для пыток. Какие-то наконечники. Химзащита. И вокруг лес. Просто посмотрите, какие деревья фантастические. Мне страшно здесь находиться. Рядом с этим зданием находится бомбоубежище. Сейчас попробуем туда спуститься. Не знаю, что нас ждет. Но там очень страшно. Ребята. Запах не очень, скажем так. Думаю. Ага. Небольшое. Дозоровские метки. Бункер. Вот он вход в бункер, а здесь одна вентиляционная шахта, вторая вентиляционная шахта, и вот там еще строение вдалеке, там какая-то военная база, слышно шум моторов, похоже, она действующая. Наверное, мы туда не пойдем, сейчас просто по краю обойдем всю территорию, снимаем еще. Работает техника вдалеке. И вот второй выход из бомбоубежища. Здесь, похоже, было какое-то строение еще дополнительное. В общем, нам, короче, отсюда надо потихонечку сваливать. Я так чувствую, кто там ходит. Туда пойдем. Здесь давно никого не было. Все завалено листьями. Там тоже просто помещение, скорее всего, ничего там нету, никакого оборудования не находится. Смотрите, какие кислотные водоросли растут. Сейчас будет видео со второй камеры.
Тут есть еще один закуточек. Тут еще закуточек. Несколько закутков. Даже выключателя. Кто-то там долбится. Вот такие тут помещения. Вот это помещение куда больше, чем то, в котором мы были. Продолжаем лазать по территории. Видите, обувь, противогазы давно здесь валяются, все разбито. О, пора сваливать. Там лают собаки, мы решили свалить, потому что кто-то шел. Смотрите, какие еще останки бункера недостроенного. Большая территория под охраной. Надо будет сюда потом приехать еще раз.